понесли, и шли они, ой, через царство злого Ирода, который хотел выведать, где находится Иисус. Но не тут-то было, ангел волкам явился и другой дорогой направил, и не зашли они к Ироду противному, и не случилось беды. Вот, все это время на небе сияло, светилось Вифлеемская звезда. А я же все время просыпаю ее появление. Дедушка, я тебе обещаю, что непременно разбужу тебя, если ты заснешь. Пойдем дома, отдохнешь немножко. Ну, пойдем. Ой, не могу я в дом, не могу. Что случилось? Я должен ребяток научить загадки отгадывать. Загадки? Я проверить должен. Вот, давай-ка, неси-ка конвертик мой волшебный, а мы и проверим.